прекрасно знаете, то, что недавно в Adopt Me вышло новое обновление, и оно связано с подарками. Да, ребята, нам обновили подарочки, и сегодня мы вместе с вами будем их открывать и посмотрим, какова вероятность, чтобы нам выпала легендарка. Итак, ребята, вот они наши подарочки, и вот та самая легендарка, которую я сегодня буду пытаться выбить из подарков. Вот, посмотрите, это вроде бы машинка. Ну хорошо, давайте купим несколько подарков, давайте начнем с самых-самых больших, потому что именно они у меня закончились. И я купила первый подарочек, давайте его откроем и посмотрим, что же нам попадется. И, ребят, мне очень интересно, прикольно, ребята, на самом деле я в первый раз открываю эти подарки после обновления, и у меня нету ни одной игрушки вообще из этих подарков, и мне попалась вот такая вот коляска, она редкая, ребята, это уже неплохо, поэтому предлагаю открывать дальше. В инвентаре, на самом деле, у меня есть очень много подарков, и давайте откроем вот такой вот, например, большой подарочек. И что же нам попадется? Ребят, мне очень интересно, на самом деле. О, подождите, это тарелка с фастфудом, прикольно, это у нас... А, это онка-монка. Давайте откроем сразу следующий подарочек, и мне вы... О, вот это коляска, ребята, подожди, вот это... Она ультраредкая, вот это мне повезло. У меня, кстати, такой еще нету, и вообще у меня ничего нету, поэтому... Так, раз у меня уже пошло везение, так сказать, давайте откроем сразу следующий. И что же мне выпало? А, это комоновская штучка, вон она, вон там вот... Чё-то мне ничего редкого не попадается. Давайте купим еще большой подарок, потому что оттуда реально должна выпасть лего. Так, открываем, открываем, открываем. Опять такая коляска. Ребята, она прикольная. Короче, я буду собирать коллекцию колясок. Ребят, у меня ломка, я не могу остановиться просто их открывать. Я не знаю, я... О, еще одна коляска, ребята, давайте посмотрим. Так, где они, где они, где они, где... Вот она, вот это да! У меня уже две таких розовых коляски и две вот таких вот, вот это да. А теперь мне стало интересно, что же выпадет из самых дешевых подарочков. Это вот эти вот самые маленькие. Мне выпала комоновская игрушка, но ничего страшного. Давайте еще откроем один подарочек. Легендарка! Из обычного подарка! Я открыла розовый подарок за 70 долларов, вроде бы он стоит. Офигеть, офигеть, легендарка из розового подарка, просто. Ладно, ладно, хорошо, раз мне везет на маленькие подарочки, давайте будем открывать именно их. У меня их очень много, мне их дарили подписчики. Хочу вам еще раз сказать огромное спасибо. Мне выпала какая-то странная игрушка, на самом деле, я не знаю, что это, но она онкомоновская, это уже неплохо. Так, у нас комонка, хорошо. Открываем дальше, и что же нам попадется? Ребят, я на самом деле была просто в шоке. Так, комонка, ничего страшного, ребята, мне из обычного розового подарка выпала легендарка. Это просто, как это получилось? Но пока что мне попадаются комоновские игрушки, поэтому мы не сдаемся. И так, опять, ребята, у меня таких игрушек сейчас будет просто очень-очень много. Уже наступила ночь, но я думаю, что нам это не помешает пооткрывать подарочки. Кстати, Санта, что ты тут стоишь? Короче, ребята, скоро у нас наступит лето, уже весна, уже скоро станет жарко, а этот Санта все еще стоит тут и продает подарочки. Ладно, хорошо. Знаете, ребят, я тут пока что только открываю подарки из инвентаря, но сейчас я попробую купить один подарочек. Я понимаю, что разницы никакой нет, но почему бы и нет? Может, не повезет. Нет, не повезло. Ладно, хорошо, продолжаем открывать дальше подарки из инвентаря. Так, мне надоело открывать эти подарочки, давайте откроем один синенький. И посмотрим, ну, я не знаю, чем отличаются они на самом деле. А, ого! Вот это да! Нет, ребята, синие подарки, они покруче, так сказать. Нет, это логично, потому что они стоят как бы на 150 вроде бы, или на сколько? А, на 130 долларов они дороже, но, в общем-то, такая ощутимая разница, и это у нас редкая штучка. И поэтому продолжаем открывать синие подарочки. И в этом... Ого! А, нет, это у нас опять комонка. Ну, блин, я рассчитываю на более дорогие подарки, так сказать, потому что сам по себе подарок стоит 200 долларов. Это немало? Ого! А, это комонка. Но, ребята, это уже что-то необычное. Идем тестить на воду синее кресло. Так, и плыви. Я сейчас нахожусь на суше, как бы, почему я не могу плыть? Ребята, меня не пускают в воду. Так. На самом деле, ребята, эти подарки своего рода лотерея, и оттуда вам должна выпасть какая-то рандомная штучка, но пока что мне выпала всего лишь одна лего из розового подарка, ребята, я просто не могу это забыть и отпустить. О, подождите, прикольно, шарик в виде вот такого вот джойстика, блин, ребята, это на мою тему, так сказать, раз я снимаю игры, то есть это Роблокс, Роблокс это игра, мне такой шарик очень даже пригодится. А, он, кстати, очень высоко прыгает, блин, прикольно. Лаймик, блин, ребята, это не классная штука, это типа зонтик, но что-то он не... Нет, ребята, зонтики обычно прыгают высоко, а это почему-то не прыгает. Так, блин, это пропеллер, что?
Капец, ребята, все обычные пропеллеры, которые раньше были, сейчас даже покажу. Вот сколько у меня подарков уже. Так, вот они были старые пропеллеры. Посмотрите, какие они, ну, в сравнении с этими некрасивые. Это просто такие коричневые штучки. Я продолжаю открывать подарки в надежде на то, что мне выпадет легендарка или хотя бы ультраредкая штучка. Ну, а Санта продолжает на заднем фоне мне махать ручкой, типа, давай, Снепка, у тебя все получится и так далее, ладно? О, наступила ночь, может, мне ночью повезет? Хотя, ребята, по-моему, прошлую Лего я выбила именно ночью. Так, пришла ночь, и сейчас, ребята, мы с вами наколдуем какую-нибудь новую легендарочку. Хотя она всего одна. В смысле, какую-нибудь, она всего лишь одна. Итак, ребята, Снепка открывает очередной подарочек и... Ого! Хе-хе-хе, посмотрите, просто на меня. Прикольно. Короче, я танцевала и типа, во, мама, во. Вот сюда надо еще ребенка позади, будет просто идеально. Ладно, а если серьезно, давайте продолжим открывать подарочки. И посмотрим, выпадет ли мне все-таки легендарка. Ого, это уже что-то прикольное. Блин, я чуть не открыла бэтбокс. Я чуть не открыла легендарный бэтбокс. Нет, он не легендарный, я так говорю, потому что, так сказать, ну типа, они уже олдовские, скоро будут цениться, за них будут давать много пэтов и так далее. Но, на минуточку, у меня осталось всего лишь два больших подарка, ни одного большого, но который фиолетовый. И, ребят, у меня остались только розовые подарочки. Итак, давайте последний синенький. Ну, удачи, так сказать. Нет, удача мне не улыбнулась, но, видимо, как и в прошлый раз, я выбью свою очередную легендарочку именно в розовом подарке. Ребята, у меня осталось всего лишь 4 маленьких подарка. Конечно, шансы то, что мне выпадет Лего, очень-очень малы, но все же давайте их все-таки до конца откроем. Так, и я открываю... А, ребята, два подарка, давайте. Это у нас предпоследний подарочек и Лего. Блин, ребята, последний подарок. Я еще куплю 3 больших подарка, но все же это из маленьких подарков у нас последний. Так, нет. Ребята, сейчас мы с вами купим 3 последних больших подарка и посмотрим, выпадет ли нам все-таки Лего. Так, давайте откроем первый. Я его открываю, давай, Лего, пожалуйста. Ну, уже неплохо, ребята, коляска, это тоже неплохо. Так, я хочу просто посмотреть. Так, 0% то, что выпадет комонка, 10% онкомонка, 55% то, что выпадет редко, или сколько? Да, 55. 31% ультраредко и всего лишь 4% то, что выпадет редко. Так, что? 4%? А в розовом тогда сколько? 0,5%! 0,5, ребят. Мне выпало Лего из розового подарка. Где проценты и шансы, потому что мне выпадет Лего? 0,5%. Ребят, я везучая. Так, раз я везучая, я сегодня обязана открыть еще 2 подарка. Так, я вам обещала, ребят, то, что я открою еще 2. Так, открываем предпоследний подарочек на сегодня, ребята, и выпадет ли мне Лего? Ого, это уже неплохо. Это ультраредкая штука, и это очень круто. Ой, ребята, что-то мне стрёмно. Я понимаю, что в этом ничего такого нету, но... Короче, давайте, ребята, 3, 2, 1, мы открываем с вами последний подарочек, и выпадет ли мне Лего. Ну, блин, это не Лего, но это уже крутая штука, мне такая еще не попадалась. Это у нас колесо, прикольно. Ребята, за сегодня мы с вами открыли около 250 подарков, и мне выпала всего лишь одна Лего, но, ребята, мы не расстраиваемся, потому что одна Лего — это уже круто, и она мне выпала из розового подарка. Просто представьте себе, ребята, шансы были очень малы, потому что шансы вообще 0,5%, и это очень круто, то, что она мне выпала. Ребята, если вам когда-нибудь выпадала вот такая вот машинка, именно вот эта из этой обновы, обязательно напишите мне в комментариях. Ну а пока же это все, всем огромное спасибо за просмотр и всем пока-пока!